Всем большой привет, доброе утро. Где-то мой сыночек сидит, мультики смотрит, машинку катает. Мы уже позанимались с тобой? Да, позанимались, поэтому Давидушка сидит и смотрит мультики. Да, там занимались. Что ты хочешь? Паровозик на ползи бери. А еще мы сегодня куда пойдем? На почту? Пойдем на почту? Вон туда пойдем, на почту, да. Будем забирать Давиду подарочек. Да? Покажем? Да, ой, упал в планшет. Мы сейчас, в общем, соберемся и пойдем на почту. Покажем вам, что мы купили нашему Давидульчику. Просит паровозик достать. Сейчас достану тебе твой паровозик. У нас уже обед. Что у Давидушки будет на обед? У Давида будет спагетти с соусом. Соус томатный с фаршем. Делала вчера. А, и салатик, да, салатик сейчас будем заправлять. С капусточкой молодой, огурчиком и лучком. А ну покажи, как ты научился есть сам спагетти. Вот он раньше ел только либо спиральки, либо ракушки. А это... Ой, ты моя умничка. Ой. Вот с этим у нас только проблема. Давай, подбирай. Ням-ням. И все падает, да? Все падает, но ничего страшного. Сейчас мама положит холодильничка, да? Вкусно? Начал есть наконец-то спагетти. Ням-ням. Салфеточку доставать? Сейчас достану. Сейчас покажу, что будет мама есть. Маме же спагетти нельзя? Нет. А Давиду можно? Да. Так как макароны я не ем, я взяла кусочек лаваша. Положила туда вот этот соус. Сейчас заверну, подогрею в микроволновке и буду кушать с салатиком. И Давид, кстати, тоже любит лаваш, да? Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Я уже сходила на почту. Давид у нас спать отказался в обед. Да, Давидуль, спать не захотел? Нет. Ага, лежали и не уснули. А ну-ка, открывай, давай. Что там? Это просто бумага. Давай, смотри, что это? Это я заказала на Олексе, все одной девушке. Все вроде в хорошем состоянии. В общем, это все пазлы. Сейчас откроем, посмотрим. Вот это тоже открытая бэушная. А это вообще запакованная, новая, даже и не открытая. Такие пазлы. Давай. И последняя, вон, смотри.
Еще и такие пазлы. Видал, сколько пазлов тебе? Заниматься. Давай, что откроем? Вот это откроем. Мы тут уже пооткрывали. Девушка так хорошо все позапаковывала. В общем, получается вообще дешево. Вот это вот новое, вообще не распакованное, 250 гривен. Потом ну, тут 4 таких мягких. На 4 части делится по 15 гривен, по-моему. Смотри, какие красивые с зайчиком. Да? А то он у нас уже все пазлы, которые у нас есть, он уже все умеет собирать. Давай, тяни, тяни. Скажи, мама, ты не умеешь. Давай, давай. Ой. Ой, никак не откроем, да? Все, давай, чуть-чуть осталось. Он уже все умеет собирать, все привычные для него. Вот такой взяли, это уже, конечно, потяжелее. Он обычно сейчас собирает 2, 3, 4 детальки. Но я наперед, тем более вот это стоило 30 гривен, она такая большая. И здесь идет с подсказкой. Да, ложи туда в коробочек. Ложи в коробочек. Да, давай вот так смял. Не, в коробочек положим, а потом вон всю коробочек все выбросим. В общем, здесь такое с подсказкой легкое. Что ты хочешь, зайчик? Сейчас мы все покажем на камеру, потом мама выбросит. Давай откроем зайчиков. Смотри, какие тут красивые должны быть картинки. Здесь получится на 3 части, на 4 и на 5. Это тоже для него легкое. Ну, в общем, мне так понравилось, что оно новое. Все такие зайчики милые. Давай открывать. Подожди, да что такое? Ну что, дядя, Давидуль, ну мышь с тобой открыл. Он хочет, чтобы дядя открыл. Пойдешь к дяде открывать? Хорошо, давай мама сейчас покажет. Потом такую тоже купила, она вообще недорого стоила. Вот, наверное, новая 120, а у нее или за 40 гривен. Ну, в общем, тут на две части, я так поняла, вот, животные. В общем, за такую цену грех не купить. И еще, сейчас мы эту пойдем открывать с дядей, я вам потом покажу. И еще вот такое, здесь крупные пазлы. Ему тоже будет очень легко. А ну-ка. Сейчас. Ой. Ой. Давай. Опля. Курочка ряба, в общем, собирать. Вот такие крупные пазлы. Что, зачем? Последовательности сказки. В общем, мне все очень понравилось. Вообще, ну, очень редко я так нахожу на Улыксе, чтобы все такого хорошего качества и недорого. Пойдем к дяде открывать? Да? А с мамой открывать не хочешь? Не, пойдем к дяде. Вот у него сейчас такой прикол. Он ходит к моему брату, все, и одевать должен дядя, и руки ему мыть, и вот еще и открывать новую игрушку, да? Ну, пошли. В общем, мы сходили к дяде, открыли коробочку. А то с мамой никак. В общем, такие классные пазлы. Жалко, конечно, надо было раньше такие покупать. Он уже умеет составлять из 3-4 частей. Но они крупные. Смотрите, как моя рука, даже больше. Очень плотный картон. Вообще круто. Это надо было, когда он был очень маленький, такой покупать. Что? Это я уже достала. Вот это пойдешь к дяде открывать теперь? Иди, на. Мама. Да иди сам. Вот берет меня за руку, все, и мы идем к моему брату в комнату, чтобы брат мой открыл. Сейчас, Давидуль, давай мама хоть тут пособирает. В общем, сейчас я все тут пособираю и покажу вам, как они выглядят в собранном виде. Ну, сейчас еще раз покажу вам упаковку. Вот, получается, такая упаковка. Я не знаю, где даже фирма. Вот это, наверное. Очень классный, качественный. Получается, нам обошелся весь заказ. Но это еще вместе с доставкой. Сейчас идем. Получается, одни, вторые, третий, четвертый. И вот этот вот пятый набор за 480 гривен. Но это плюс еще доставка гривен 70. В общем, за 400 гривен это просто нереально круто. Тут уже по-быстрому разложила все пазлы. Вот эти вот нереально просто... крутые, такие красочные рисунки. Я вообще без ума от этих картинок. Классные зайчики. А вот смотрите, какая классная про курочку Ряба. Он вообще знает у нас эту сказку, моя мама. Я часто ему рассказываю. Если увидите, тоже, кстати, покупайте.
потому что здесь надо последовательность собирать, что зачем, мы это ему рассказываем, я ему из книжек вырезала, там типа кто первей волк пришел, заяц там к колобку, и здесь получается вот они яички, целое яичко, потом яичко разбилось, это надо уже самому ложить, где оно разбилось, и обычное белое яичко там, где курочка опять снесла, и вот все счастливы, как говорится. Вот здесь такие полосы, ну это обычные мягкие у нас такие фрукты и овощи есть, но машины ему, конечно, больше нравится собирать. В общем, много пазлов не бывает. Ой, ты маму любишь, мой сыночек, обнимает меня за... А еще что ты тут разбросал? Оп. Что ты тут все подоставал? Это я еще не собирала. Ну, это, в общем, обычные животные. На две части разделены. Здесь больше, конечно, для того, но тоже очень хорошие. Толстый картон. И тоже хорошая фирма. Здесь больше, чтобы он находил часть, вот, допустим, хрюши, где вторая часть от хрюши, как бы это тоже на внимательность, тоже ему надо. Так, он уже пошел разламывать все пазлы. Давай, пальчиком правой ручки, давай. 1, 2, 3, 4. Цифра 4. Видишь, цифра 4, положили 4 палочки. Дальше, вот у нас цифра какая осталась? 5. Давай туда ложим палочек, сколько? По одной ложи, давай, по одной ложи, не надо по две. Давай, по одной. 1, дальше. Считаем. 2. Дальше. 3. 4. 5. Вместе ручки. Где цифра 2? Давид, 2. Вот. Где цифра 4? Правильно. Где цифра 5? Правильно. Где цифра 3? 3. Правильно. Где цифра 5? Давид, 5. А ну еще 5. Давид, цифра. Давид, вместе руки. Все, ты уже. Цифра 5 где? Цифра 5. 5 палочек, Давид. Нет. Ну куда ты? Посмотри внимательно, глазками. Ты показывал уже, где цифра 5? Где цифра 5? Давид. 5. Ищи 5. Вот, это цифра 5. Правильно, вместе ручки ложи опять. Хорошо, ложи вторую тоже. А цифра 1 где? 1. Молодец. Цифра 3 где? 3, Давид. Правильно. Цифра 2. Фиолетовый. Где фиолетовый цвет, Давид? Фиолетовый. Да, бери. Фиолетовый, правильно. Давай, бери. На. Фломастер, бери. И давай, вот, обводи. Давай, обводи. Вниз. Так, вбок. Вверх и вбок. Что-то у тебя плохо получилось обвести. Давай, сюда, веди. К папе. Вниз теперь. Еще ниже чуть. Теперь влево, вправо. И вверх. И разукрашивай внутри, давай. Внутри, только аккуратненько, да, аккуратненько. Аккуратненько, не вылази, да. Давай, давай. Еще аккуратно, аккуратно, вот так. Вот так. Ну, видишь, вылазишь, аккуратно, ты смотри, что ты делаешь. О, и вот здесь вот. О, вот так вот, вот здесь вот, видишь, вот так. Вот так. Все, разукрасил, умница. Вот, дальше, смотри, квадрат у нас синего цвета. Синего цвета, бери синий фломастер. Синий фломастер бери. Правильно. Давай, снимай колпачок. Это кузнечики. Раз, два, стрекоза. Три, четыре, пять, шесть. Вот это вот так вот цифра шесть. Давай пальчиком сам обведи цифру шесть. Обведи давай. Вот так, вниз, вниз. Дальше, дальше, дальше. Вот так, молодец. Цифра. Еще. Долго-долго, Андрес. Долго-долго, давай.
Давай, давай, еще. Еще, еще чуть-чуть можно, давай. Еще. Ну, что за буква? П. П. Правильно, П. Говори, П. Теперь, вот, П, панда. Видишь, панда там нарисована такая. Держи. Теперь, смотри, давай буковку П обводи, давай отсюда. Давай вверх, по точечкам ведем. Вверх, веди, веди, веди. Веди, 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 веди. Дальше сюда. И вниз. Вот так, ну-ка, все, молодец. Теперь давай, находи буковку П. Покажи мне буковки П. Где буковки П? Правильно, обводи ее. Обводи. Обводи, да, по кругу. Обводи, обводи, обводди. Умничка, давай, ты так хорошо обводишь. Ну, почти обвел. Все. Где еще буковка П? А ну, покажи мне пальчиком. Где? Правильно, обводи. Да, молодец, ты нашел. Нашелся. Ну, обводи, давай. Обводи, где ты нашел, давай. Вокруг ее обводи. Так. Еще, стоп, где еще П? А ну, еще, еще. Где? Вот, правильно, давай, обводи. Умница, умница. Ура! Молодец. Обнять, да такой молодец. Давай, обводи. Где ты показал? Папе, папе ты показал уже. Где? Обводи ту, которую показал. Где буковка П? Нет, П, да. Вот, да, вот это что я делал. Ну давай, обводи теперь. Обводи, давай, давай. Вот смотри, надо по кругу обводи, хорошо, вот, вот так. Вот, видишь, как обводить надо? Еще Б, П, где П, Давид? А ну еще, где П? Это Л, видишь? Л, у нее тут хвостик такой немножко. А П ровненькая должна быть. Где еще П? А ну еще, ищи. П, еще, давай, давай, где еще?